смотри, вот это мы, да? А вот это, смотри, Ковалёвы. Смотри. Оп, поняла? Что поняла? Оп, и нету Ковалёвых. О, как с тобой сложно. Показывай еще раз. Так харе, харе. Значит, все-таки поняла. В ушах шумит? Нет. О! Подташнивает, нет? Все нормально, мам. Знаешь, не беременный. Извините. Смешно, да, старый дуралик? Ну, Валентина Петровна, ну зачем вы так? Я тоже в какой-то степени, даже в большей, ответственный. Не надо, Юрий Анатольевич, не надо. Ну что, урод, ребенка чуть не угробил, улыбаешься, стоишь. Ну ладно, Валюх, ну хватит уже. Ну, что хватит? Не груша же я тебе, правильно? Ты куда почесал? Я еще не закончила. А ну в глаза мне смотри, банщик хренов. Ну и что я там увижу? Да это я хочу увидеть. В твоих бесстыжих глазах, да когда ж ты уже угомонишься? Да я-то чё? Я его за руку в парилку не тащил и к полке за ногу не привязывал. Да ты шо? Да. Валюха, ну правда, ну Анатолич первый спор начал. А я шо? Ты ж меня знаешь. Там то, что знаю, поэтому я отхватил. Валюха, ну ничего. Да ничего! Слушай, Валюха, ну правда, ну хорош уже. Хорош меня тыкать, а то штычку можно и назад. Ты что, мне угрожаешь? Я нет. Видеть тебя не могу, ну сгинь. Да, все, ухожу. Все, Валечка, ухожу. Все. Маш, да. Ты мою синюю рубашку не видела? Нет. Это у полосочку такая. Так она в машинке. Я ее сегодня утром постирала. Как постирали? Как? Молча. Как вот? Молча. Да. Маш. А что это? Это мое водительское удостоверение. Было. В синенькой рубашке. Было. Тю, а я знала, что ли? Я ж ничего не знала. Я у чужих мужей по карманам не лажу. Валентина Петровна, вы рубашку мою стирали? А что, что-то случилось? Ну, а почему в карманах не посмотреть? Там же билеты лежали. Ой, мамочка. Что случилось? Да вот Валентина Петровна билеты постирала. Господи. Осторожно. Ой. Валя, ну что ж ты так? Оля, это ж чужой карман, а я ж не привыкшая лазить у чужой карман. Валентина Петровна. Ну, Юрий Анатольевич, Оля, ради бога, извините меня. Анатолич, да. А ты в этот раз-то надежно билеты запрятал? Ну, не знаю. Если Валентина Петровна не решит постирать мою сумку. Вот ты такая черненькая с колесиками? Да. Валя? Что? Да пошутила я, Валентина Петровна, у бабушки дома.
Тихо! А я с утра проснулся, не успел мне, я говорю, Митяй, вернулся. Я говорю, ты с утра уже бельма завязал, что ли, а ты, а? Да ладно. А, ну я бы себе в жизни не просил, если пропустил, а. Привет, Степан. Привет, ну, красавец, слушай, ну ты посмотри, а. Нам бы такую жизнь, а. О, ну мне говорили, ну чтоб так, я просто, ну смотри, веш, кром. Ух, ретро. Твоя машина. Моя. Вещь. Как я соскучился, Митюнь, а? Ты что сделал? Это ты за трактор. За какой нахрен трактор? Который ты в реке утопил, а сам свой Крым сдрыснул. А я до сих пор выплачиваю. Как я скучал, да. А? Степан, вещь, нам так не жить. Ой. Такая тачка, а? Ой. Даже страшно руками трогать. Точно твоя? Моя. Вещь. Ты надолго? Навсегда. Не прощаюсь. Привет, Степаныч. А мне моя сказала, я не поверил. 7 лет ждал, а? А он приехал. Просто готов мир расцеловать. Гляди, Ваня, он еще и расковырял. Пьянь кучугурская! Как вас только земля носит! А ты че жжешь? Ты еще скажи спасибо, что он про газель не вспомнил. Что? Не, вспомнил. Эй, мужик, так положь назад. Прошу прощения. Прощения ты опосля просить будешь. А сейчас положь на место то, что взял, иначе лычи начищу. А позвольте осведомиться, вы, собственно говоря, кто? И по какому праву так? Что так? Разговаривайте. Я не понял. Ты сейчас, мужик, что, нарываешься? Нет, я не хочу продолжать разговор с человеком, который находится в не совсем адекватном состоянии. Понял. Ты сейчас, мужик, нарвался. А что ты сделал? Я тебе попросил брус отпилить 1.5 метра для ножки для стола. Я и отпилил 1.5 метра. Вот я отпилил 1.5 метра. Вот это вот. На, бери, мерь. Ой, заставь дурака Богу молиться. Так он 1.5 метра. А что, получается, я обманулся, да? А я сейчас своей замерю. А. 1.5 метра. 1.5 метра. Тоже 1.5 получается. Что и та 1.5, и это 1.5. Все, дядь Ваня, я столб выкопал. Куда его? На чердак. Этот столб еще 100 лет простоять может. Давай. Так, неси этот мусор бате во двор на дрова. А может, все-таки на чердак? Ты что, глухой? Тебе сказали мусор, значит, к нам. Так, а ну стоп. Андрюха, вот скажи так, вот с философской точки зрения, может быть, 2 предмета одинаковой длины по длине были бы разные? Ну что, дядь Вань, это же абсурд. Вот и я думаю, что хрень какая-то, а? А может, дело не в самих координатах, а в системе координат? Спасибо, сынок. Ты нам сейчас очень помог. Батя, вы рулетки проверьте. А что это такое? Что? А что это она с 30 у тебя начинается? А,
Это когда я в городе дрова продавал, я ее разрезал и склеил, чтоб экономия была. А скажи мне, а когда ты мне дрова продавал, мы кубометры чьей рулеткой мерили? Сынок, что ж ты один такую тяжесть прешь? Сына! Ах ты, зараза! Скажи мне, профессор, как человек с высшим образованием, человеку со средним образованием, но очень специальным, когда закончится кризис? Значит так. Простите. Вся мировая экономика зиждется на постулатах Адама Смита. Очевидно, эту проблему нужно рассматривать как социальное явление, вызванное кризисом перепроизводства. О, профессор. Это ж так надо было объяснить, что теперь вообще ничего не понятно. Валя, нет, я только прошу, ничего мне не говори, потому что я прекрасно все знаю. Все, что ты мне сейчас скажешь, просто вот слово в слово, понимаешь? Что Юрий Анатольевич, он, конечно, человек мягкий, он отходчивый, немножко погуляет там, немножко подышит свежим воздухом и обязательно вернется. Никто и не переживает, между прочим. Да нет. Я тебе скажу больше, пусть он вообще не возвращается, понимаешь? Ты посмотри на него, а? Он устроил мне демарш. Это что это такое? Это я на него не так посмотрела. А сам от этой, от Любки он вообще не отходил. Ах. О, да, конечно. Он человек галантный. Он человек мягкий. Он человек... Я все прекрасно понимаю. Он прекрасный. Все чудесные. Все пенисравители. Все о нем. Я очень ценю твою дружбу, твою заботу, Валя, по-человечески. Благодарю тебя. Ну, знаешь что? Вот по-человечески. Вот я прошу. Пожалуйста, можно мы сами разберемся, хорошо? Вот как-нибудь уж. Дай мне слово, пожалуйста. Оль, я просто хотела спросить, ты блинчики будешь? Ну, Олечка, ну, пожалуйста, ну, миленькая моя. Бабушка, а завтра, когда же Юрий из тюрьмы выйдет, то я уже школу закончу. Да что ты такое говоришь, Женечка? Да это не я говорю, это же Ковалин так говорит. Ну ладно, ну все, ну хватит уже слезы лить. Что вы Анатолича раньше времени хороните? Женька, ты за старшую, смотри за бабушкой Олей. Ага. Всем все понятно? Ага. Ну так. Ну и соберите Анатоличу носки теплые там, сигареты, чай. Я ж не знаю, что там на севере, мало ли там. Ой, Олечка, тихо, да иди ты уже. Да иду, да иди. Да иду. Так иди. Идет он. Ну, Олечка, ну, моя, ну, миленькая моя.
Я пошел, а вы тут не скучайте. Не ходи. Что значит не ходи? Ну посиди еще денек дома, Ванюша. Да, Валюха, ты что, меня ж уволят? Ну и что? Как это, ну и что? Ты подумай, а на что мы жить будем? Да я хорошо зарабатываю, дети помогут. Валентина, ты сильно вчера головой ударилась? Сильно, Ванечка, сильно. Ну вот, сходи к врачу, а я пошел на работу. Иван Степанович, стойте. Вам не нужно на работу. Что значит не нужно? Ну правда, Иван, не ходи. Да вы чего? С ума же все подходили. Деда, они пытаются тебе сказать, что тебя с работы уволили. Женька, ну дай, дает. Ладно, ласточка, пора тебя возвращать. А ты не переживай. Сергеич водитель хороший. А я тебя навещать буду. Договорились? Честное слово буду. Да ты ж моя хорошая. Языками чешут. Меня обсуждаете? Нет, Ванечка, что ты? Это мы о своем, о бабском. Ну, конечно. На меня вам плевать. Так, Ванечка, пойдем в дом. Я тебе уже постелила. Пойдем. Не пойду. Безработным место на улице. Да, Валерия Николаевна? Ну, зачем вы так, Иван Степанович? Вот вы мне скажите, как бухгалтер. Где справедливость? Пойдем, пойдем, тебе надо поспать. Пойдем. Я сказал, уйди. Ой. Я сам знаю, что мне надо, а что не надо. А вы сидите, сидите. И до вас очередь дойдет. До всех дойдет. Я дома, дома, дома я, дома. Ничего, 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 ничего. Все, все, все пройдет, все пройдет, все пройдет. Ой, что это? Что это? Безработным сервис не положен. Ой. За каждый год стажа ответите. На. На. Ой. На. Бей, бей, Ванечка, бей. Может, лучше станет, Ванечка, давай. Чтобы провалились собаки бешеные. Валюх,
Ядрени матери! Это он сейчас про кого? Начальство, твою мать, поехало новое! Да я сухой закон пережил, и вас переживу! Светов тут понаставили! Прошу, пожалуйста. Вот он, этот дом. Здесь же женщина живет одинокая. Муж скончался. Неудачная операция. Ну, пожалуйста, пройдемте. Да, большой дом. Дом необыкновенный. Смотрите, 4 комнаты, все удобства, ванна, туалет. Ой, сказочно просто. О, какой вид! И участок большой. Участок огромнейший. Но если вы надумаете брать... Полагается небольшой задаточек. Я подумаю. Да, пожалуйста. Вот, смотрите. Да. А это еще кто? Вы же сказали, хозяйка одинокая. Ваня! А ты что, уже дома? С выздоровлением, Ванечка! Пошли. Дом перепутал. Вот, Анатолич... На ком я сейчас нервы успокою. А ну иди сюда, Митяй. Иди сюда. А, черт. Ванечка, тебе нельзя волноваться. Сюда, подойди. Подожди. Слышишь? Вань. Подожди, подожди. Вань. Это кто? Брокер. Рокер, да? Ну тебе конец, рокер. Я тебя сейчас Ванечка. Сделаю. Ваня! 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 Ваня